Нет дискриминации операторов связи. Тенденции монополии среди интернет-провайдеров обсудили на заседании по вопросам ЖКХ администрации Щелковского района. Заместитель министра связи и представитель Федеральной антимонопольной службы по Московской области призвали управляющие компании поддерживать конкуренцию среди операторов. У жителей Щелковского района должен быть выбор. Любой житель Московской области должен иметь возможность выбора как минимум между тремя операторами связи, предоставляющими услуги доступа, там, например, в сеть интернет. К сожалению, зачастую ситуация совсем другая. Управляющая компания почему-то поддерживает всего одного провайдера. Остальных операторов либо игнорируют, либо предъявляют невыполнимые требования. Требуют заключения договоров, оплату услуг, каких – непонятно. Если договора возмездные, о чем постоянно настаивается, то тогда я должен понимать, какие услуги мне предоставляет другая сторона. То есть, если мы платим компании ЖКХ, я хочу понимать, за что мы платим. Могу сказать о том, что практически в 90% случаев, когда мы отрабатываем заявление от операторов связи, антимонопольный орган признает действия управляющей компании неправомерными. Полностью поддержала борьбу против монополии среди операторов связи администрация Щелковского района. Заместитель руководителя администрации Наталья Черная предложила начать с приведения в порядок технических условий предоставления услуг связи. Часто бывает, что коммуникации в подъездах многоквартирного дома даже не маркированы. Поэтому понять, сколько операторов здесь действуют на самом деле, сложно. Запросим у Олега Викторовича технические условия, типовые для всех. Всем раздадим и будем все-таки приводить в соответствие. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».